соревнованиях принимают участие велосипедисты и те, кто занимается триатлоном. Но в зимнее время плавание заменяется бегом. Я уже занимаюсь 4-й год. Вообще 3-4 раза в неделю. У нас есть еще бег, плавание и иногда стрельба. Если триатлон – олимпийский вид спорта, то дуатлон менее популярен. Но юные спортсмены об этом пока не думают. Они учатся упорно идти к достижению целей. А большие рекорды начинаются с маленьких побед. Сегодня дистанция традиционная, она есть в классификации. Они бегут километр, едут 5 и бегут снова километр. Это такая детская дистанция, называется дуатлон соревнование, но в рамках соревнований по триатлону. Первыми стартовали мальчики. На протяжении дистанции лидеры менялись. И если в велосипедной гонке лидировал один, в беге уже другой. Самым быстрым, даже неожиданно для себя, стал ученик 8-й гимназии Давид Келихсаев. Его время 21 минута 27 секунд. Упорные тренировки. Я очень долго тренировался. И вот, наконец, моя первая медаль. Это я счастлив. Сегодня состоялся юношеский отбор на первенство Краснодарского края, которое пройдет 6-7 февраля в Олимпийском парке. Это первый этап, второй уже в середине апреля. А затем определятся те, кто будут представлять наш край на спартакиаде России. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.